Второе по счету задание из цепочки, которое дает Ксения. Священные клятвы. Часть ящика для подношения. Это ленты от ящика. Лепестки цветов. Ими усыпают ящик. Кто-то оставил здесь ящик, но он пуст. Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Сколько стоит? А сколько стоит гнев богов? Не будь суеверным ослом! Этот браслет бесценен! Эй! Ты думаешь лишь о деньгах. А как же мои чувства? Эй! Я хотел порадовать тебя! Ты имеешь в виду залезть мне в штаны? Эй! А? Чего надо? Бойтесь, глупцы! Вы прогневали Аполлона! Я же говорил, лай! Именно! Вы должны отдать... И что ты ищешь? Глупец! Ему нужен браслет! Вы все правильно поняли! Отдайте мне браслет! Я бросил его со скалы. Малака! Вот он. Чтоб всем было видно, где он.